приветствую участников семейного фестиваля изобретателей «Каракураж». Меня зовут Елена Киселева. Я эксперт по каракури НИИНПО «Луч» научного дивизиона госкорпорации «Росатом». У меня есть такая проблема. Я очень маленького роста, поэтому я зачастую не дотягиваюсь до предметов, стоящих на верхних полках холодильника. И мне приходилось использовать табуретку или не задействовать верхние полки. В связи с этой проблемой возникла идея реализовать устройство каракури, которое будет передвигать, например, банки с консервами ближе к краю полки, где я смогу их достать. В основе устройства лежит простой пружинный механизм. В качестве ленточной пружины использована ненужная рулетка. Когда мы убираем ближайшую банку, механизм пододвигает остальные к краю. И теперь я могу задействовать верхние полки, не используя табуретку. Это будет удобно и безопасно. Такой вот пример реализации устройства каракури дома. Я желаю всем участникам фестиваля успеха. У вас все получится.